В интернете появилась еще одна скандальная видеозапись, которая имеет непосредственное отношение к позорному инциденту на заседании Национального совета реформ. Напомню, конфликт между Аваковым и Саакашвили произошел из-за обвинений в коррупции. Страсти кипят вокруг Одесского припортового завода, одного из крупнейших химических предприятий Украины. Саакашвили подозревают в сговоре с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным. Якобы это подтверждает видеозапись, которую на своей странице в социальной сети разместил директор департамента коммуникации МВД Украины. Теперь Саакашвили заявляет, это грубая фальшивка. Мы друг на друга смотрим. Этот тип смотрит куда-то, я смотрю куда-то тут. Но потом. У меня вообще проблема постоянно, да, у стоп-кадр. Я вообще очень переживаю, у меня проблема всегда лишнего веса. Я сейчас больше вешу, чем когда-либо, ну, за последние месяцы. Но я все же хочу, чтобы вы на меня посмотрели. И посмотрели на это. Мне кажется, это уже слишком. Слишком жестоко. Мне еще нужно, ну, несколько месяцев хорошо поработать. Как вы считаете, у меня есть шея? Есть? А почему здесь нет шеи? Это официальный документ. Официальное то, что опубликовало Министерство внутренних дел Украины. Вы поняли сейчас, какими аферюгами, какими наперстниками мы имеем дело? Между тем, в областной администрации в Одессе сообщили, после скандала на заседании Национального совета реформ, которое провел Порошенко, премьер Яценюк созвал закрытое совещание. Министры обсуждали конфликт между главой МВД Аваковым и губернатором Саакашвили.